Друзья, именно этот комплект нужен для того, чтобы поставить на наш 172 двигатель, воздушка, и получить наши заветные плюс 4 лошади. Что входит в комплект? Это сама голова, которая имеет 4 клапана, крышка, более короткие шпильки, короткая цепь. Сам поршень имеет у нас теперь 4 циковки, кольца, прокладки, впускное отверстие имеет свою форму, соответственно и манифольда тоже будет такой же формы, плюс у нее есть именно свой определенный угол поворота. Заказ доступен на любой моей платформе, Авито, Телеграм, ВК, всегда доступен для продажи, как наличие, так и под заказ.